Зеленский уже отказался ехать в Гомель. Только что пришла информация. Бедный Путин. Бедный Путин. То предлагает, то назад отступает. Мне его, честно говоря, жаль. Вчера я его так убеждал. Говорю, слушай, надо поехать. Ну, да не поедут они. Я говорю, ну не поедут, это их будет выбор. Ну, так и получилось. Ну, вот, ну скажи, ну как вот с ними разговаривать? Вчера пообещали, что приедут. Он самолет присылает с делегацией. Мы везем их в Гомель. Они отказываются, если это не фейк. Ну, наверное. Ну так ну, вот, пожалуйста, вам выбор. Вы думаете, это Володя Зеленский принял решение? Да нет, он озвучил его. Или кто-то озвучил. Не дадут ему, не дадут. Если он где-то дернется, выкинут из бункера и будет стоять возле РСЗО на улице Победителей, на проспекте Победителей в Киеве. Вот и все. Вот их политика. Ну, это их выбор. Зря. Очень зря.